И вот узрите. Он здесь. Он здесь. Мама, папа здесь. Король, миледи, король. Ваша судьба предопределена, и вы не сможете избежать ее. Как я скучал по тебе, сын мой. Однажды это королевство будет твоим. Благодарю тебя, отец, мой король. Отец! Вспомните, о ком пролили вы последнюю слезу. Дядя Фьёльнир! Беги! Я отомщу за тебя, отец! Я спасу тебя, мама! Я убью тебя, Фьёльнир! Я отомщу за тебя, отец. Я спасу тебя, мама. Я убью тебя, Фьёльнир. Зачем тебе прятаться в таком адском месте? Чтобы найти, что у меня украли. И что это такое? Королевство. Вы должны выбрать между добротой к своим близким и ненавистью к своим врагам. Твоя сила ломает человеческие кости. У меня есть хитрость, чтобы сломить их разум. И ночь за ночью мы выполним мою клятву мести. Я отомщу за тебя, отец. Я отомщу за тебя, отец. Я спасу тебя, мама. Я спасу тебя, мама. Я убью тебя, Фьёльнир. Варяг. Озвучено для канала в рейтинге. У тебя брат есть? В 42-м пропал без вести. На твою полевую почту пришло. Нюрнберг, это же американская зона. Американская. Да, сейчас все съезжаются. У нас тут важное государственное дело. В тюрьме высшие чины гитлеровской Германии. Предстоит международный трибунал. Здесь за каждой бумажкой человеческая судьба. Поэтому нам необходимо, чтобы трибунал состоялся. Все высшие чины гитлеровской Германии находятся здесь, перед лицом народов мира. Мы обвиняем подсудимых в том, что они превратили войну в орудие массового истребления мирных граждан, насилий и разбоя. Who plead guilty or not guilty? Nicht schuldig. А вы из делегации? На заводе работала. На немцев? Кто-то снабжает информацией гитлеровской подполье. Kein Ausländer hat das Recht über Deutschland zu urteilen. А если это провокация? Moving! Hammer! Бьют в барабаны? Нет. В щиты. Я призвал вас всех сюда, дабы отомстить за смерть викингам! В моих руках вся Англия. Это кровь! Не только моя кровь! Это наша кровь! Это кровь всех викингов!
250. За последние два вылета. Чертовщина какая-то. Не находишь? Я хочу выяснить. К тебе нет вопросов, капитан. Но место хвостового стрелка в твоем экипаже теперь считается проклятым. Завтра у них последнее занятие. Послезавтра выпуск. Выбирай. Со мной поедешь. 36 бомбардировщиков готовы к длительному перелету. А если полет на высоте более 6000 метров? Уверена, что все могут такое выдержать. Долго придется лететь? Долго. Будем бомбить Берлин, ребята. Товарищ капитан, за меня не переживайте. Не убьют меня, я ж везучий. Да я не переживаю. Машины старые, моторы все изношены. Вообще до Берлина долетят? А вдруг не вернемся? Вы никогда не задумывались, что еще там происходило? В этом мире есть чудеса и за пределами наших странствий. Я чувствую это. Задолго до короля. Задолго до братства. Задолго до кольца. Новая легенда начинается этой осенью. «Властелин колец. Кольца власти». Озвучено для канала в рейтинге. Был ребенок, это невозможно. Спокойно, девочка. Ты выглядишь так же, как твоя мать. Я обещаю тебе, я верну ее. Мы развязали руки генетики. Тем самым совершили ужасную ошибку. Судный день может наступить в любую минуту. Если наш мир собирается выжить, он должен принять то, что мы делаем. Я мог бы использовать ваш опыт. Ты идешь или как? Детеныш хищника? Я пообещал, что мы вернем ее домой. Ты дал обещание динозавру? Да. А что? Держитесь за что-нибудь. Этого не может быть. Что это? Самый большой хищник из всех. Бегите! Нет, 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 нет! Видишь? Не так уж и все плохо. Озвучено специально для канала. Уходи. Я не уйду, пока вы не посмотрите фильм.
Дамы и господа, это чудо. Нет больше слов, чтобы описать события, произошедшие в Москве страшной зимой 1941 года. Когда непобедимые нацисты были не только остановлены, их заставили отступить уставшие и израненные русские. И все это было чудесным образом запечатлено на камеру. В документальном фильме «Разгром немецких войск под Москвой». Я нашел первого номинанта. Нацисты не остановятся, победив Европу. Они придут к нам. Оставлять вас в Москве опасно. Немцы в 30 километрах. Возможно, линия фронта пройдет по улицам Москвы. Все студенты подлежат обязательной эвакуации. Остаемся! Правильно, да! И Оскар за лучший документальный фильм получает... Разгром немецких войск под Москвой. Мы можем узнать правду собственными глазами.